праздником, 8 марта, пожелать вам всего самого наилучшего весеннего настроения, чтобы на душе у вас было легко и спокойно, и также радоваться ваши детки, вот, к сожалению, к нашему уже последний год, в нашем детском саду, они уже достигли того самого высокого уровня, который может быть у нас в детском саду, и смотреть вашу... Thank you.
мама помогаю, квартиру убираю, детям готовить помогаю и помогаю за вами наблюдать. А вы мамам своим помогаете? Да. И скуки не страдаете? Да. Конечно, без скуки вы не страдаете, потому что вы все время что делаете? Мамам помогаете. А я сейчас нашим мамам задам вопрос и послушаю, как они мне ответят. Ну-ка, пока. You want to do that, you want to do that, you want to do that, you want to do that.